плюс 18. Мы едем за город кататься на картах. Так, ну что, мы приехали в Горні Почернице. Это самая-самая-самая-самая окраина Праги. Деревня бывшая. Весна! Да ладно, пошли.
Ну что, покатались мы на картах, очереди своей ждали 1:20, сказали нам, что резервация не нужна. 1:20 долго. Катаешься 10 минут, но очень круто. Хватает этих 10 минут с лихвой. Очень круто вообще. Мне очень понравилось. Просто безумно весело, безумно классно. И вообще чувствуешь себя безопасно. И машина эта шикарная, этот кар классно слушается вообще. Супер. Мы на Карлине. Ехали из арены, решили выйти. Смотри, сколько этих диких голубей. О, вау, да. Вот такой на днях у нас на балконе сидел. Какой живой район. Лавочка с зарядкой. О, прикольно. Класс. Круто. Можно было заряжать. Ну, шикардос вообще. Реально от солнечной батареи еще и телефон подзарядить можно. В лавочке прямо эти выходы. Розетки USB. Прикол. Нам зеленый. Ale čeká maminka, a odtýká ji, tak vlastně má jeden týden předtím mýká do toho. Ale prostě právě, takže vlastně má jeden týden předtím, takže s náma nemůže. Jaká je tu milážná oranžerejka u koho-to v podjezdě. Круто. Смотри, она же присела. Класс. Я бы в жизни не устояла на этой веревке. Ну это не совсем веревка, видишь, это плоская. Да. И тем не менее, мне там точно не устоять. Thank you.
вам дамы? Такие большие. Смешно. О, ветер положил растение. У меня то же самое сегодня было на балконе утром. Ветер был, видно, ночью сильный. Запах весны.